Здравствуйте, друзья шоу веры! Пусть мир нашего Бога, нашего Спасителя Иисуса Христа, придет к вам, в ваши семьи, в ваши дома. И знайте, тот, кто начал благое дело, верен и закончит его до конца. И Бог, будь то день или ночь, я не знаю, эта программа, чтобы вы знали, ее смотрят миллионы людей в разное время суток во всем мире на различных языках. Поэтому я не знаю, смотрите ли вы меня ночью или днем, или утром. Неважно, когда вы нас смотрите, это подходящий момент, чтобы вы встретились с Богом, чтобы у вас был мир в жизни. Иисус Христос сказал: «Мир мой оставляю вам, мир мой даю вам». Если Иисус дал нам мир, но у нас его нет, значит, Иисус обманул? Конечно же, нет. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Есть ли у вас сегодня мир в доме, в вашей жизни, в вашей семье? Вы можете справиться с трудностями, с проблемами, всего лишь открыв свое сердце присутствию Божьему, признавая свои ошибки, нашу зависимость от Бога. Господь Бог придет в наши жизни и благословит нас во имя Иисуса. Итак, мы сейчас начинаем программу «Шоу веры», которую представляет доктор Суарес. И когда он будет проповедовать, обратите внимание на то, что Бог говорит вашему сердцу. Это и есть наставление Господа Бога. Возможно, это будет совсем простое слово, которое заинтересует вас. И это слово будет способно произвести в вас очень многое, если вы просто-напросто поверите в это и скажете: «Я верю, я твердо верю». Итак, давайте смотреть это слово, затем мы услышим свидетельство, благословений, и верьте, намного большее произойдет в сегодняшний день. Итак, пусть Бог благословит вас, мы начинаем шоу веры. И для Иисуса эти прекрасные аплодисменты. Друзья, когда мы контактируем со Словом Божьим, мы можем делать то же самое, что делал Иисус. Он гарантировал то, что все те, кто будет верить в Него, сотворят те же дела, что и Он творил. И Он заметил для нас, что все то, что Он делал так, как Отец предписал делать. Как мы можем узнать, что Бог что-либо предписал для нас? Когда мы понимаем из Слова Бога, что нам обещано благословение, что это является нашим с вами правом, это предписание Бога для нас. Он открыл наше понимание, и если у нас есть вера, и мы хотим верить, нам будет лучше. Мы получим это благословение. Пока Бог не сказал, ничего нет, так как человек сам по себе ничего не может делать. Но когда он понимает, что Бог ему что-то открывает, другими словами, что Бог дает ему силу, чтобы сделать эту работу, ему нужно лишь верить, вознамериться, и Бог исполнит. Теперь обратимся к Библии, к книге «Бытие». Здесь мы увидим, друзья, одну из тех глупых ошибок, которые совершают люди. Я не могу прочитать все стихи, посвященные этой истории, но я хочу вам кое-что рассказать. Здесь мы говорим о Лоте, племяннике Авраама. После того, как его отец умер, Авраам воспитал его вместо отца. И он шел туда, куда шел Авраам, так как Бог призывал Авраама, и Авраам взял его. Настал день, когда Авраам стал очень богат, и Лот тоже обогатился. Слово Божие гласит, что благословение Бога обогащает и не приносит печали, но этот случай печален. Почему, доктор Суарес? У пастухов Авраама возникли проблемы с пастухами Лота. Они были алчными и устроили скандал. Можно было понять, что это происки зла. Лоту следовало одуматься и сказать: «Нет, у дяди Авраама есть благословение. Он меня пригрел. Я разрешу эту проблему со своими пастухами, но не разрешил». Тогда Авраам пришел и сказал: «Лот, мы больше не будем вместе с тобой». Это сказано в книге «Бытие», 13, стих номер 7.
И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи, и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лот, его еще звали Авраам, «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники». Он не забывал, что Лот сын его брата. «Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская, и избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Смотрите, что произошло, дело серьезное. Лот был алчным, благословение было Авраама. Нет, дядя, безусловно, это ты должен выбирать, ибо Бог пообещал привести тебя в земли, которые даровал тебе. Я не знаю, твоя ли это земля. Раз уж нам нужно разделиться, но если бы он был более благородным, дядя, не будем делать этого. Я поставлю своих пастухов на место, и мы останемся вместе. Но в будущем именно Авраам спас Лота от большой проблемы. Это как случилась битва. Четыре царя захватили всех, кто жил в избранном месте, в рабство, куда попали и он, и его жена, и две его дочери, плененные тоже. Но он был алчным, он увидел эти злачные равнины, я хочу туда. Не всегда нужно выбирать то, что мы видим, а только то, что показано Богом. Он мог попросить отсрочку и сказать, дядя, дай мне подумать, я хочу поговорить с Богом, Бог меня направит. Но он пошел и значительно обогатился. Ситуация, на первый взгляд, складывалась очень удачно для него. Но на эту землю пришла война. И что произошло в дальнейшем? Так как этот человек сильно процветал, я уже говорил на предыдущем служении, что проблемой Содома была гордость, хлеба было в избытке, и они не искали Бога. Так как они сильно разбогатели, то они изменили традиции на традиции, которые Бог осуждает. И Богу пришлось покончить с этой землей. Он послал ангелов, предупредивших Авраама. Авраам просил, но безрезультатно. Они пришли в дом Лота, предложили ему поторопиться, взяли семью Лота, и Лот вышел и говорил со своими зятьями. Брат мой, Лот даже не смог договориться со своими зятьями. Это сказано в главе 19, стих 14. Когда он говорил, зятья еще не были женаты, на тот момент были лишь назначены свадьбы. Родители обсуждали предстоящий праздник. И здесь сказано, и вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятьям его показалось, что он шутит. Он даже не смог найти аргументов, чтобы убедить своих зятьев в том, что Бог все истребит. Да. Да что ты говоришь, тесть? Слушайте, Бог пошлет огонь и серу с небес и покончит со всем этим. И все вокруг сгорят, да? Мы будем похожими на шашлык. Ему не поверили, но это случилось. Все сгорели, и у дочерей Лота уже не было больше нужной моральной поддержки. Когда они вышли из Содома, Лот, его жена и две его дочери. Пройдя некое расстояние, жена почувствовала, что Бог разрушает, обернулась, что Бог запретил, и превратилась в соляной столб, и тогда остались лишь Лот с двумя дочерьми. И две дочери задумали злодейский план и сказали, давай напоим нашего отца. Наши женихи остались там, погибли.
Матери здесь больше нет. И в первую ночь легла первая, старшая, во вторую ночь другая легла с отцом, и родились два сына. У старшей сыны Маав, у младшей Амон, которые потом образовали два народа, но которых не должно было существовать. Они стали проблемой для израильтян. Они создали много проблем для детей Израиля, так как были зачаты во грехе. А грех всегда вызывает проблемы. Если есть что-то, чего вам нужно избегать даже ценой больших страданий, это греха. Так как если вы ступите на этот путь, может пройти много времени, но Библия гласит, наказание за грех ваш настигнет вас. Лот увидел, как его жизнь катится под откос. Он был слишком близок к Содому. Когда он ставил там свои шатры, он был богачом, но все потерял. Когда он уходил оттуда, на нем была лишь одежда, на нем жене и двух дочерях, еще потерял жену, а теперь должен содержать двух дочерей с детьми, жизнь изменилась полностью. Если бы он оставался рядом со своим дядей, если бы он смирился, ничего бы такого не произошло. И что же могло бы произойти потом? Он был бы благословеннее, чем прежде. Брат мой, сестра моя, держитесь того, для чего Бог призвал вас. Не пускайтесь на поиски новизны. Будьте в рамках слова Господа. Так как у Лота были проблемы и прежде, когда ангел направил извести, Лот пришел говорить с горожанами, но они ему не поверили. Об этом сказано в главе 19, в той главе, что я читал вам, стих 9. Но они сказали, пойди сюда, и сказали, вот пришелец и хочет судить, так как Лот всегда давал добрые советы. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними. И очень приступали к человеку сему и к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. И не смогли лишь потому, что ангелы схватили Лота, перенесли внутрь дома, а всех, кто был там, ослепили. Закрыли глаза всем, так как эти люди были охвачены демоном, который хотел причинить зло Лоту, а им не приносил никакого вреда. Но что Лоту нужно было делать, когда он обнаружил зло? Да, доктор Суарес, за всю свою жизнь он не сделал ничего хорошего. Апостол Петр сказал об одной вещи, которую сделал Лот, но которая ни к чему не привела. Второе послание Петра, глава 2, стих 7. А у праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными, избавил. Все, что он делал, осложняло его жизнь. Может, он молился каждый день, «Бог, сделай что-нибудь, эти люди безумны». Его душа тосковала. Богатый, со многими достоинствами, он, тем не менее, не смог увести никого от погибели к избавлению. Даже тех, кто женился на его дочерях, которые оставались с его семьей, полагались на него. Даже дочери его не уважали. Брат мой, бездумные поступки приносят вред нам и всей семье. Есть люди, которые не просыпаются. То, что сделано неверно, недавно или давно, открывает дверь дьяволу, чтобы проникнуть в семью. И вся семья страдает. У дочерей не сложилась нормальная жизнь. Они были матерями-одиночками, имели двух сыновей, принесших лишь огорчение. Лот потерял жену, Лот потерял все, что он завоевал потом и мудростью. Те его пастухи, что ругались с Авраамовыми, так как хотели все больше и больше, все они погибли во время истребления Содома и Гоморры. Лишь по милости спасся Лот, так как был праведен, но не имел мудрости. И спаслись две его дочери, которые помимо всего совершили инцест, сделали его грешником и навсегда запачкали имя семьи. Слово Бога для нас. Осторожно со всеми этими бездумными делами, которые вы можете совершить. Вместо того, чтобы дать жадности проникнуть в ваше сердце или зависти,
или любой другой дьявольской ненормальности, которая приходит, чтобы вырвать вас из присутствия Бога, оставайтесь со Словом Господа. Никогда, никогда не желайте никаких демонических деяний, так как если ступите на этот путь, придет расплата, которая будет очень суровой. Когда человек попадет в лапы к демону, он потеряет мир, потеряет направление, и он продолжает обманывать там и тут, чтобы оправдать ситуацию, которая не оправдывается. И хуже того, что очень часто он знает, что все вокруг знают, что так не должно быть. Но он пытается оправдаться, он поступает плохо. Однако человек, который идет с правдой, что бы ни произошло, при любых обстоятельствах он не боится и не дрожит. Почему? Потому что знает, что ни в чем не виноват, что его руки чисты, что он был чист перед Господом Богом. Эти люди из Содома и Гоморры – великие грешники перед Господом. Процветали, не желали знать о Боге, а когда говорили о Боге, Бог, для чего мне нужен Бог, если у меня все есть, ничего у них не будет. И на целую вечность они будут мучиться день и ночь. Что может быть хуже этого? А тот, кто мудр, кто любит себя самого, кто не желает страдать целую вечность, переродитесь, примите Иисуса. И когда придет зависть, когда придет жадность, придет любое искушение, вы скажете: «Я не сделаю этого, я буду тверд». Так как если бы Лот был здесь сегодня, мы могли бы спросить: имело смысл отделяться от твоего дяди? Имело смысл выбирать лучшую землю? Имело смысл иметь это, то или другое? Он бы ответил: нет. Если бы я был рядом с моим дядей, у нас было бы больше сил, и мы были бы благословением. Среди тех, кто меня слушает, есть те, кто не становится мудрее, так как демон им не позволяет. Человек верит демону. Если бы верили в Бога, свергли бы и освободились бы от этого позора. Итак, день за днем, страдание за страданием. Имело смысл Лот? Не имело. Имело смысл Иван? Имело смысл Мария? Не имело. Имеет смысл иметь сердце, исполненное благодати. Эти глупые ошибки, которые мы иногда совершаем, которые приходят и стучат в нашу дверь, и мы знаем, что это неверно, но я не знаю, может быть, не может. Что началось неверно, неверно закончится. Вы от Бога, держитесь твердо, не отступайте. Все, кто отступили, страдают, и они заплатят страшную цену. Если вы сможете опросить в тюрьме всех заключенных, там бандитов, всех преступников, всех воров, всех тех, кто совершил злодеяние, спросить, имело ли смысл? Нет, не имело смысла. Я бы сегодня этого не повторил, но выходят оттуда и снова делают. Почему? Потому что не осознают того, что есть плохого в их жизни. Нужно принять решение. Бог, я действовал неверно, я не хочу ошибаться, помоги мне, и Бог вам поможет во имя Иисуса. А теперь переходим к истории из реальной жизни. Когда я переехал в город Мато-Гросу-ду-Сул в 2006-м, я приехал один, я не был женат, а моя нынешняя супруга тогда была моей невестой, она осталась в Сан-Паулу. Я помню, что иногда я выходил, шел на почту в самой церкви, оплачивал спонсорские пожертвования. Я помню, что однажды я заплатил двойную сумму. Я сказал: «Это ради моего брака». Я хотел жениться, но не было возможности. И он приходил ко мне и говорил: «Мы поженимся. Скоро это должно случиться, это произойдет скоро. Я твердо верю, что мы поженимся, это произойдет». Но нет, так не случилось. Прошел целый год, пока он сказал мне, что он спонсировал ради нашего брака и что мы должны продолжать молиться. Все случилось в тот же месяц, когда он пошел назначить дату свадьбы. Мы поженились 23 июня 2007 года, и после свадьбы пошли счета, начались расходы. В мою жизнь проник дьявол, это истинная правда. Я перестал спонсировать, мои имя стали очернять, не было никакой возможности оплатить все долги. Однажды мне стало больно, когда доктор Суарес сказал, что человек не должен проповедовать Евангелие, если его имя осквернено.
Я встал на колени перед Богом и попросил помощи. В 2010-м я начал участвовать в проекте «Жизнь». Я был тверд и начал бороться, начал определяться. Я сказал, в середине этого года я очищу свое имя и куплю машину. И стал платить по счетам, торговался, спонсировал каждый месяц, оплачивал по счетам автоматически точно в срок. Бог благословил такое отношение Леандру, и двери стали открываться. Как-то в феврале я сидел вместе с моей женой в пиццерии. Я хозяйка одного магазина позвонила ей. Так как хозяин пекарни знал меня и знал немного о нашей истории, он подошел и сказал, эта девушка работает в магазине, похожем на твой. Я пошла туда, поговорила с ней, договорилась. И перед тем, как договориться с ней, я поговорила с мужем и рассказала о предложении. Я начал искать своего пастора из моей церкви и попросил у него благословения. Я сказал, пастор, появилась возможность работать для моей жены, чтобы начать работать. Это поможет нам. Я должен очистить свое имя, я должен купить машину. Она начала работать и стала помогать. Она платит там, платит сям. Бог благословляет нас разными предложениями и скидками. И тогда я начал вспоминать обо всем. Обо всем, о чем просил в моей молитве, в моей просьбе. Я не принимал ничего. Ничего, что было против слова. И я очистил имя. Я тогда решил пойти в магазин, где хотел бы купить машину. Я пришел и доверился рукам Господа, сказал, Иисус, я теперь в твоих руках. И Бог помог с банком, помог с менеджером, который выдал кредит, и теперь у меня есть машина. Теперь у меня нет финансовых проблем. Бог дает нам то, о чем мы просим. Все, о чем мы можем только мечтать. Бог дает даже больше. Моя супруга стала плохо себя чувствовать, я отвел ее к врачу. Она сдала анализы, и оказалось, что она была на 7-й неделе беременности. Как говорит доктор Суарес, Иисус прекрасен. Можно сказать, когда Бог дал нам машину, Он уже знал, что она понадобится нам, так как скоро должен родиться ребенок, наследие Господа, так все и есть. Таким образом, все это было мне подарено, когда я снова стал спонсировать. Все, что мы пережили, можно назвать лишь чудом. Слава Богу! Всегда, всегда, когда человек призывает Бога, как бы низко он ни пал, как бы ни погряз в долгах, проблемах, Бог протянет свою руку, спасет человека и благословит. Теперь мы переходим к первому вопросу. Доктор Суарес, я хотела бы знать, где живут ангелы и что каждый из них делает. Библия гласит, что ангел Господень ополчается вокруг боящихся Бога и избавляет их от зла. Они исполняют волю Бога. Больше мне нечего сказать. Давайте откроем сердце. Доктор Суарес, мне 41 год. Я замужем, но мой брак переживает очень трудные времена. Я люблю моего мужа, но он не обращает на меня внимания и думает только о том, чтобы заботиться о своей сильной больной матери. Из-за этого он почти не бывает дома. Доктор Суарес, мой муж уже забыл о моем существовании. Я не вношу больше такой грустной жизни без любви. У меня есть муж, но как будто бы его и нет. Пожалуйста, мне необходим ваш совет. Что я должна сделать? Сестра моя, вам уже 41, но если бы был 91, такого бы не случилось. Короче, он должен ухаживать за матерью, конечно, все мы должны. Когда вы тоже состаритесь, если понадобится, вам бы хотелось, чтобы кто ухаживал за вами. Но нельзя забывать домашние обязанности. И что вам теперь делать? Поговорите с Богом. Иисус исправит все это. Иисус добр. И, возможно, изменения нужно начать с вас. Так как веруй в Господа Иисуса Христа и спаси, что ты и весь дом твой. Иногда нам кажется, что мы верим. Но когда мы верим на самом деле, двери открываются, и мы благословлены. Теперь давайте помолимся. Сейчас мы начнем молитву, чтобы искоренить все зло в вашей жизни. Если вы захвачены искушением, деяниями лукавого, присутствием зла, все идет не так, доктор Суарес, двери заперты. Теперь настал момент, склоните голову, закройте глаза, будем молиться. Дорогой Отец, чудесный Бог, мы молимся Тебе сейчас, Отец, так как очень часто, как Лот, у которого была привилегия быть рядом с дядей, избранником Господа, другом Бога, уходим, о Бог, из-за алчности,
Уходим у Бога, чтобы получить самое лучшее, что есть в мире. Но теряем все, Отец. Посмотри, Отец, сколько сейчас страдают. Многие и многие говорят: Бог, измени мою жизнь. Но как, Господь, изменить, если человек не принял решение? Но многие принимают сейчас. Отец, я объединяю свою веру с верой этого человека. Друг мой, я разрушаю всю власть дьявола в вашей жизни и говорю: уйди во имя Иисуса. Итак, мы вернулись назад в студию после молитвы веры. Вы видели позицию людей, которые молились, которые верили, которые приняли благословение? Почему они получили благословение? Потому что они поняли, что им была дана благодать Божья. Кто-то спросит: а мне она была дана? Все люди, которые послушаются Слову Божьему, получают его благодать. То есть у людей уже есть возможность, данная Богом, использовать его Слово. И это приносит человеку те же результаты, что и у апостолов, как и у людей, которых вы видели сегодня, и у вас тоже есть это право. Необходимо, чтобы вы также слушали и жили по Слову. Потому что если вы будете зависеть от других и ждать, чтобы это случилось, ничего не будет. И снова, как я всегда говорю, вера без дел мертва. Примите благословение. Это наш телефон. Тем, кто хочет связаться с нами, позвоните и скажите: Давид Суарес, помогите, я очень запутался, я многое не понимаю. Я бы хотел, чтобы вы помолились за меня. Мы к вашим услугам. Сколько это стоит? Нисколько. Потому что благословение Бога бесплатное. Давид Суарес, я бы хотел связаться с вами, но я не могу дозвониться. Мне легче через интернет. Вот это наш имейл, а также вы можете зайти на наш Facebook, отправьте нам ваше сообщение или через наш сайт ongrace.com. Вы можете зайти и получить слово веры. Заходите, связывайтесь с нами. В общем, давайте жить в семье Христа, которой мы являемся, хорошо? Пусть Бог благословит вас. Обнимаю всех вас и до скорого.